Всем снова привет, это Ван Угуд, и мы продолжим с вами обсуждать тему счета в партии. Рассмотрим еще один пример, игра черными, концовка. Здесь у нас у черных 22 фишки, и наш ход. Посмотрим на позицию. Здесь у нас общий темп на b1. И есть еще другие варианты, типа там b8, например, или c8, или d8, или даже h7. При первом взгляде на позицию очень хочется сыграть на b1. И в реальной партии я бы сразу туда и сыграл. Потому что, во-первых, это общий темп. Во-вторых, если отдать противнику b1, он получает слишком много стабильных дисков. И вероятность того, что мы сумеем вырулить на выигрыш, становится крайне малой. Потому что, кроме того, что он получит всю сторону 1, у него дальше в перспективе вся сторона А и очень много стабильных дисков. Поэтому я сразу занимаю b1. Немножко жульничаю. То есть я не просчитываю варианты, которых я эту фишку не занимаю. Это поле не занимаю. Ответ белых очевидно на h3. Потому что f перевернулась и g2 остается черный. У белых хороший темп на h2. Что мы можем здесь сделать? Во-первых, попробовать перехватить темп на h2. Это можно сделать ходом на c8 или на d8. Во-вторых, у нас есть возможность сыграть на a8. И у противника будет два хода. h2 или a7. Итак, пробуем перехватить доступ на h2. Сначала ходом на d8. У нас 23 фишки. Мы переворачиваем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Одну ставим, плюс 8. Противник занимает h2. Минус 2. Итого плюс 6. 29. Дальше. У нас две возможности. Первая — вклиниться на c8. Вторая — взять h8. Но если мы берем h8, противник ответит на a7. И ход на c8 для нас будет недоступен. Это будет темп противника. А значит, нужно сыграть по-другому. Нужно вклиниться на c8. Вклиниваемся на c8. Переворачиваем одну фишку, вторую ставим, плюс 2. У противника есть ход на g7, потому что фишка f6 перевернулась. Минус 1. Итого у нас 30 фишек. Смотрим дальше. Эта фишка перевернута. Если мы сейчас сыграем на h8, то перевернем 1, 2, 3, 4, 5, 6. И седьмую поставим. Чтобы нам этим ходом перевернуть больше, надо сначала сыграть на a8. Играем на a8, плюс 2. Одну переворачиваем, одну ставим. Эти 4 фишки черные. Значит, ответ противника на a7 будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12 фишек он перевернет. Плюс 2 минус 12, это минус 10. Итого у нас 20 фишек. И ход сюда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 9 поставили. Плюс 9, минус 1. У нас 28 фишек, мы проиграли. Смотрим другой вариант на c8. Плюс 4, минус 2. Тогда мы, если продолжаем на d8, это тот же ход на g7 и та же вариация, значит, надо отвечать, например, на a8. Плюс 2. У нас сейчас 25 фишек. Плюс 2. Минус. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Плюс 2 минус 9 – это минус 7. 25 минус 7 – это 18 фишек. Смотрим, что получилось. У нас после этого хода все фишки на строке 7 белые. Поэтому, если мы сыграем на
h7, ответ на h8 и ответ на наш на g7. У нас темп на d8 сохранится. Этим мы и воспользуемся. У нас сейчас 18 фишек. Плюс 4, минус 1. 21. Плюс 5. 26. Это перевернуто. Это перевернуто. Ход на d8. Здесь ничего не перевернется, потому что это белое, это белое, это белое. Значит, перевернуться 1, 2, 3, 4. И пятое встанет. 26 плюс 5 это 31. Минимальное поражение 33-31. Ну, уже лучше. А теперь посмотрим, что будет, если мы сыграем на А8. Варианты ответа белых. А7. Плюс 6, минус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Минус 2, 21. Плюс 1, 2. И 1 ставится. Плюс 3, 24. Минус 2, 22. Плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 22 плюс 7 это 29, минус 1, 28. И здесь плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и минус 1. 28 плюс 6 это 34. 34, 30 наша победа. Прекрасно. А что если после хода на А8 ответ на H2? Плюс 6, минус 2. 27 плюс 1, 2, 3. 30 минус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21. 21 плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 21 плюс 7, 28. Минус 1. 27 плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Минус 1. 27 плюс 6 это 33. Минимальная победа 33-31. Значит, у нас при любом ходе после нашего хода на b8 будет победа. И мы этим воспользуемся. Победа 33-31, как я и посчитал. По-хорошему, в этой позиции мне стоило бы также просчитать варианты, что будет, если я беру где-то в другом месте и не хожу на b1. Но в данном случае мне интуиция подсказывает, что нельзя не пойти на b1. Я и верю. Ну а время для расчета у нас в партии всегда ограничено. Это также стоит помнить. И чем дальше от конца партии, тем сложнее нам считать. Видеть ситуацию, видеть перевернутые фишки, где чего перевернуто, где у нас, возможно, будут лишние темпы, которых мы сейчас вообще не видим. Потому что, например, увидеть, что после... вот этих ходов у нас вот здесь образуется лишний темп, это не так просто. И это нужно уметь видеть в партии. Но здесь лишний темп не помогает выиграть. Это тоже надо понимать. Не всегда добывать темпы в итоге приведет к победе. Считайте фишки и играйте в реверсе. Всем спасибо за внимание.